Провокациям всегда надо быть готовым, но я смотрю, здесь и милиция, и СБУ. Я надеюсь, у всех наших людей хватит благоразумия, чтобы провокаций не было. Я вам скажу так, уже размещение партийной символики на палатках – это уже провокация. Давайте вспомним 9 мая 2014 года. То есть ровно на этом месте стояло 36 человек. Посмотрите, какая вакханалия сейчас. То есть вручают какие-то медали ФСБ, награждают и прочее. То есть я считаю, это однозначно не то чтобы недоработка властей, это попустительство к реваншу. И скажу вам так, праздник этот, он святой для всех, и никто не имеет права его монополизировать. Поэтому на этом празднике нужно в первую очередь поминать погибших и своих близких, а не устраивать какие-то политические демарши, декларации и я не знаю. Ну, то есть для меня вот подобного рода вещи, ну, они неприемлемы.